Я хочу вас спросить. Спросить. За что вас арестовали? За связь с коммунистами. Я была очень богата. У меня было все, что я хотела. Все, чего не хотела, тоже было. В какой-то момент я поняла, что есть другие люди. Что живут они совсем по-другому. Что каждое платье, которое я ношу, каждый кусок хлеба, который я съедаю, все это отнято у них. А однажды я оказалась в одном из домов этих людей. И женщина, которая жила в нем, сказала мне: «Простите». Я спросила: «Простить за что?» Она говорит: «Простите за мой дом, за то, как он выглядит, за то, что все мы живем на мусорной куче, я лишь сама кусок этого мусора. Словом, простите меня за все». Начала я с того, что укрывала агитаторов в часовне нашего дома. Потом стала помогать им доставать оружие. Потом... Почему не молчите? Нужно что-то сказать. Я просто... Не знаю, что сказать. Вы ничего о себе не рассказываете? Да мне нечего рассказывать о себе. Я родился в Гамбурге, в обычной семье. Много работал для того, чтобы стать врачом. А вернее, тем, что я есть. Удивительное достижение. Поверьте, абсолютно идиотское. Вы женат? Да. Счастлив? А кто может быть счастлив? А дети есть? Дети есть. Два сына. Ну а вы? Вы были замужем? Да, была. Три раза. Ого. И что? Так и не нашла подходящего человека. Может быть, искала похожего на вас, которого я могла бы учить вальс. Так странно. Два незнакомца на корабле. Мы никогда не встретимся снова. Можем говорить друг с другом о чем угодно. Как друзья или даже как любовники. У вас есть ко мне какие-то чувства? Что? Конечно же, нет. Конечно, нет. Так странно. А я думала, может быть, вы и есть та самая романтическая любовь, о которой я мечтала, девочка.
прошу прощения. Алт. Доброй ночи. И удачи. Моя фотография станет украшением, где можно... А чего вы не спите, фрау? Беда, понимаете, моя собачка. Угу. Она не спит. Угу. Я дала ей таблетку. Вы споете ей колыбельную. Это мысль. Ого. Да. Доброй ночи. Господи! Посмотрите, ну везде эти цыгане. Мы не цыгане, а испанцы. Все равно нет вы. Просто скажи мне, что случилось, а? Да, хорошо. Ты эгоист, Пепп. Что? Эгоист. Я эгоист, Женя? Ты эгоист. Значит, я эгоист, ты? Да? Знаешь что, Женя? Что? По-моему, это не я эгоист. По-моему, это ты эгоистка, Женя. А, я эгоист. Да, Женя, хорошо. Ты эгоист. Хорошо. Я вообще не знаю, что я в тебе нашел, Женя. Ты даже не очень красивая, вот что. Нет, так сказать, постой, Женя, послушай меня. Много меня. Послушай, в твоей голове просто очень много мусора, и если его вычистить, то все будет в порядке, Женя. Женя. Женя, у тебя самое прекрасное лицо на свете, правда. Слышишь? Женя, ну... Да, Дэвид, может быть, мне не нравятся твои рисунки. Ну, может быть, они мне не нравятся только потому, что ты их любишь больше, чем я. Нет же, Женя, это не так, правда. Женя, ну не обижайся, Женя. Пойдем в каюту. Пойдем. А, это ты? Почему не спишь? Уже 3:00 ночи. Я вас ждал. Зачем? Я хотел сказать, что купил бы вам вот эту шампанского и не одну, если бы у меня были деньги. Ну, сколько тебе лет? 17. Я на год старше тебя. Можешь дать мне что-нибудь? Я не прошу тебя много, но мне нужно хоть что-то, иначе они забьют меня до полусмерти, если не дам ему что-нибудь. Подождите, вы разве не танцовщица? Тебе лучше уйти. Давай. Вот. Прошу еще доллары. Это от шведа. Какого шведа? Тот, у которого дочь страшненькая. А эти марки от матроса. Хорошо, где еще? Я отдала тебе все. Не ври мне. Я не вру. Если ты мне врешь, я отрежу тебе язык. У меня больше нет денег. А этот что? У него ничего нет. Тогда что он здесь делал? Хотел видеть меня. Ты никогда не думал, что кто-то просто захотел меня убить.
что я хочу общаться со своими ровесниками. Я тоже человек, я хочу... Хочешь, я скажу тебе, кто ты? Ты шлюха. Да, ты шлюха, которую я подобрал на улице, когда тебе было 14 лет. А ты спала с мужиками за гроши для себя и своей жалкой семейки. На палубе. Ой, да мне опять, простите, приснилось, что я не смог отбить крученый мяч. Это очень интересно, но что это значит? Вы что, не видели, как играют в бейсбол? Ни разу в жизни. Ну тогда вы не поймете, даже если я вам объясню. А вы попробуйте. Хорошо. Я попробую. Смотрите, Карл. Вот. Да. А, вот это, например, база. Вот она. База. База, база, да. Вы стоите на базе. Угу. Вот. А, в руках бита. Бита, понимаете, Карл? Ну, бита. Бита. Ну, Карл, дайте мне вашу клюшку. Карл, я верну ее. Вот это бита. Бита. Понятно? Да. Вот, вы стоите на базе с битой. Да. Питчер стоит вон там. Питчер – это тот, кто подает. А. Вот, он стоит там. Он размахивается и бросает. Вот мяч летит, летит, крутится. Я уже знаю, как его отбить. Но вдруг он резко меняет траекторию, уходит в сторону, и я промахиваюсь. Вот это и есть крученый мяч, пущенный во внешний угол. Я никогда его не мог отбить. Теперь понятно. Карл, что вам может быть понятно, если бы вы знали, что значит стоять на поле, когда зрители орут и ждут, пока ты отобьешь этот мяч. А в это время я всегда слышал голос своего старика. Здоровый вымахал. Опять упустил свой шанс. Ни на что не годишься. Билл, по-моему, вы к себе очень суровы. Нет, Карл. Знаешь, что я думаю? Что? Господи. Что случилось? Что? Я не могу заснуть. Тише, люди спят. Прошу вас, пройдемте со мной. Пройдемте. Билл. Что тут у вас? Нет, знаете, он меня предупреждал, что он храпит. Но первую ночь было тихо! Во вторую тоже!
Я хорошо встал третью, четвертую, пятую ночь. Это же потому, что его это предупреждение, это обычная еврейская шутка. Но вот сегодня, в шестую ночь. Шестую ночь. Вот теперь я понимаю, почему у них шестиконечная звезда. Разрешите мне, разрешите мне. Сейчас, секунду. Пошел! Пошел! Интересно. Да, парень крепкий. Да. Походу перебрал с алкоголем. Карл, да. Можно еще раз вашу палку? Спасибо. О. Билл! Да. Дайте я попробую. Пожалуйста. А! Что? Где? Элементаль, вы храпите. Да, да, я знаю, жена мне говорила. Знаете что? Когда с вами такое случается, спускайтесь в машинное отделение. Господин Рибер вас там не услышит. Да, элементаль. Хорошо. Добрый день, мисс Треддер. Внимательный лейтенант Хюбнер. Скажите, а отчего вы не изволили завтра? Что завтра, лейтенант? Вы только взгляните. Взгляните на это небо. Это волнующее, черное. Даль сливается с морем и манит. Манит. Что за чудесный простор. Я уверена, что вы с вашей женой часто любуетесь этим простором. Как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь когда-нибудь любовался им вместе со мной. Кстати, а где ваша жена, лейтенант? Почему она не с вами? Да потому что я холост, мадам. Вы холост? Ну, конечно. Vous êtes charmant. О, вы к тому же говорите по-французски? Немного. C'est moi, monsieur, je ne t'en ai pas de jouer. Немного, немного. Мисс Реддл, а мне нравится, что вы такая романтичная и, несмотря на возраст, такая волнующая женщина. Да, да. Я не скрываю свой возраст. Впрочем, как и то, что мне никогда в жизни не встречался мужчина, который бы полностью меня удовлетворил. Но, как говорит, по-моему, Бернард Шоу, если не можешь получить того, что желаешь, довольствуйся тем, что имеешь. Мисс Реддл, ну скажите, а чего бы хотелось бы вам? Чтобы кто-то любил меня вечно. Вы не обратили внимания, лейтенант, что на этом корабле все только и говорят, что любви. Люби меня, даже если я не люблю тебя. Люби меня, даже если я не достойна этой любви. Люби меня, даже если вообще, вообще любви не существует. Люби меня, люби меня, люби меня. Вообще-то вы правы, лейтенант. Пора пообедать. Господа, прошу всех на обед. Господа! Прошу всех на обед. Господа, прошу вас на обед, господа. Билли? Да. Ты не обедаешь сегодня? Нет, ты знаешь, я не хочу. А давай сыграем. Мартин. Конечно, давай сыграем. Намерен уйти из флота? Да. Не знаю, что я буду делать без тебя. Да ничего, справишься.
Хочешь знать сентиментальную и отвратительную правду? Я привязался к тебе больше, чем к кому-либо другому. Но с кем я буду играть в шахматы? С кем я буду вести беседы? Ты же знаешь, какие пассажиры бывают на кораблях второго класса. Особенно отвратительные эти обеды с нашими соотечественниками за капитанским столом. Не уходи. Ну что ты будешь делать на суше? Ты знаешь, я пошел на флот для того, чтобы найти что-то новое в жизни. Ничего нового так и не нашел. И люди такие же, как и на суше. В общем, дежавю. Мне доложили, что тебя видели выходящим из каюты графини весьма и весьма предосудительный час. Молчишь, Вилли. Я люблю тебя, ты не так вульгарен, как я. А ты просто не обращай внимания. Жизнь очень и очень порой глупая штука. Но твоя жена придет встречать тебя, когда мы прибудем в порт назначения? Возможно. По крайней мере, мы были вежливы друг с другом на протяжении многих лет. А сыновья? Мартин, я не знаю. Скажи мне, друг, что будет с графиней, когда ее высадят на берег? Вилли, ее посадят в тюрьму. На срок, указанный в приговоре. Твой ход. Хорошо, что не слышали. Эффект не будет, когда узнаете. Мадам Мэтт, да? Леда, лизи, 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 лизи. Пусть это будет сюрпризом. Да. Тише, тише, вот они. Смотрите, что сейчас будет. А где мой стул? Пройдемте со мной. А вы знаете, я бы пообедал, а потом бы мы и поговорили. Пройдемте со мной. Вам накрыто за другим столом. Вот теперь он поймет, что мы о нем думаем на самом деле. А что, собственно, произошло? Он скрывал от нас, что его что жена... Что его жена еврейка. Лиззи. Мадам Тредл рассказала об этом мне. Лейтенант! Да, фрау. А почему, говорят, Брейдена пересадили за другой стол? А разве ему там плохо, фрау? Герр Фрейдек, вам там удобно? Кажется, все в порядке, фрау. Мне хорошо. А что вы об этом думаете, фрау Бутон? Вы знаете, у меня никогда не было ни одного знакомого еврея. Так что мы с Биби ничего о них не знаем. Очаровательно. Да, дорогой. Рибо. Да, фрау. Похоже, вы антисемит. Как вы смеете, фрау? Я не антисемит. Я люблю арабов. Арабы тоже семиты. Я долгое время жил среди арабов. Среди них есть очень даже хорошие люди.
Я антисемит. А почему доктор Шуман не пришел обедать с нами? А потому что доктор Шуман всегда обедает с той, которая всегда в своей каюте. Шуман? Разве Шуман это не еврейская фамилия? Прекратите! Боже мой! Да. Роберт Шуман! Это великий немецкий композитор! Боже мой! Господи! Он же прославил свою страну! Да кто не знает хотя бы его грезы! Грезы Шумана! Я не понимаю, а что здесь происходит? Это я во все виновата. Я сказала этой фройлен Шпипенкикер, что Гера Фрейтека жена еврейка, и они отсадили его от капитанского столика. Да? А что они имеют против евреев? Мы в Штатах ничего против них не имеем. Я даже не видел ни одного еврея, пока мне 15 лет не исполнилось. Вы, очевидно, были очень заняты, линчуя негров. Раздрай, а почему вы все это терпите? Я терплю это давно, уже 2000 лет. А я не собираюсь это терпеть. Девушки, идите спать, завтра у нас трудный день. О-о-о. Чего тебе? Сеньор, вы не купите у меня фигуру. Не отказывайтесь, это моя лучшая работа. Я не люблю собак, прости. Сходи по каютам, может там купить. Давай. Нам запрещено беспокоить пассажиров. Я на палубу выхожу только вечером. Ну, сходи по каютам. Там тут. Спасибо. Пожалуйста.
тебя! Иди! Жив, жив. Жив, мой мальчик. Жив. Мой хороший, мой родной, мой уютный. Жив, мой хороший, мой солнышко. Ну все, все, успокойся, мамашка, с тобой. Все, 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 мой родной, мой любимый, мой маленький. Господи, доктор, скажите, что я должна сделать? Сушите его, сушите. Доктор, он весь дрожит. А может ему дать горячий бульон? Дайте ему горячий бульон. Как? Это все? Все! Что вы кричите на него? Человек, который спас вашу собаку, погиб. Ну да, я знаю, я слышала. Кто-то утонул, ну и что? А я-то тут при чем? Вы же скажите, что нам делать? Слушайте, идите, делайте, что хотите. Что? А еще доктор называется, да? Пойдем, Бебе. Это плохой доктор. Идем, доктор. Понимаю, человек прыгает в открытое море и гибнет, спасая жизнь собаки. Я понимаю. Интересно, кто он такой был? Резчик по дереву, у которого ты отобрал перочинный нож. Этим ножом он вырезал фигурки собак, видимо, очень любил их. Нехорошее предзнаменование. В первом же порту сгрузим. Мартин. Да. Матросов, которые пытались его спасти, ты как-нибудь поощришь, что ли? Я поощрю. А ты пойди обсушись. Зачем вы встали? Я как раз собирался идти к вам. Зачем вы встали? Что вы... Что идемте. Вы... Что идемте. Вы... Идемте. У меня как раз чай готов. Слушайте, я не пойду никуда. Идемте. Вам нужно высохнуть и выспаться. Мне не надо... Идемте и не упрямьте. Послушайте, ну прекратите. Я в порядке. Я в абсолютном порядке. Меня не слышите? Ну, чемодан отдайте, я... Я не отдам вам ваш чемодан, а то вы можете убежать. Я... Прекратите упрямиться. Слушайте, я все не... Все эти дни вы помогали мне уснуть. Теперь я помогу вам. Я не собираюсь... Между прочим, очень вредно быть в мокрой одежде. Я сейчас найду для вас что-нибудь, что могло бы заменить вам пижаму. Так, проходите. Сейчас я найду. Держите. Вы что? Я не буду это надевать. Почему? Он вполне просторный, вам вполне подойдет. Он женский. Не хотите упрямиться? Идите за ширму и переодевайтесь. Держите. Я... Держите. Спасибо. Я найду пока для вас лекарства. Какие-нибудь. Если вам не сложно, посмотрите там, в чемоданчике. Где? Внутри, в боковом кармашке. Склянка темного стекла, вы сразу поймете. У вас что, проблемы с сердцем? Да ну что вы, какие проблемы? Никаких проблем, все в порядке. Сколько капель? Я думаю, 40 сейчас будет достаточно. Я не понимаю, как это застегивается.
я вас предупреждал с самого начала. Держите. Держите. Пейте. Благодарю вас. Странно, почему я так устал? Потому что не жалеете себя. Простите, а можно я... Нужно. Ложитесь. Простите меня. Ложитесь. Резчик. Резчик умер. Да, я знаю. Я никогда не мог смириться со смертью. Сколько раз я ее видел, я всегда чувствовал свою вину. Всегда. А давайте-ка я почитаю вам что-нибудь на ночь, чтобы вы уснули. Так, посмотрим, что у нас. Ага. Распутная леди Чаттерлей сидела в темноте, ожидая садовника. Он вошел, подошел к ней и поцеловал леди Чаттерлей таким поцелуем, которого ей никогда не дарили прежде. Ее руки ждали, одновременно требовательные и отталкивающие. «Джонатан!» — сказала она. «Джонатан, дорогой!» «Скажите, а что вы читаете?» «Я не знаю, нашла в вашем саквояже». «Неужели вы все это вычитали в моем медицинском справочнике?» «Забавно. До места вашего назначения осталось 2 дня. Что вас там ждет, тюрьма?» «Если бы вы знали, как я рад, что вы не попросили сегодня снотворного». «Не почувствовала потребности. Да я и не собираюсь сегодня спать. Буду сидеть вот здесь, подле вас, и смотреть, как вы спите. Дорогая моя, дорогая моя, как же все странно, правда? Как все странно. Бедный человек. Спасал собаку, а сам утонул. Что с вами? Зуб болит. Надо позвонить в автобус, там вызовет доктора. Я звонил. Видимо, они заняты утопленником. Ну, хотите, я посмотрю? Кто вы? В молодости я был ассистентом дантиста. Ну, не хотите, как хотите. Элементарь, посмотрите. Но мне для этого нужно чуть-чуть пооружиться.
Откройте рот. Ну, смелость, вот здесь вот, да? Это элементарно. У вас гингивитус абсцессус. Что это? Гнойное воспаление десны. Вам предстоит маленькая операция. Да вы что? Но у меня есть коньяк. Буль-буль-буль. Прошу вас. Но не глотайте, только прополощите и выплюньте. Все будет максимально гигиенично. Идите сюда, тут все будет больше. Идите, идите. Давайте пониже. Еще ниже. Ну, вставайте на колени. Откройте рот. 3:15. Коньяк! Полощите! Плюйте! Опять коньяк! Полощите! Плюйте! Надо теперь выдавить остатки крови. Нет, 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 не бойтесь, не бойтесь, это уже не больно. 3:15. Коньяк! Полощите! Плюйте! Давайте посмотрим. Не буду ничего делать. Не буду, не буду. Скажите. Со временем будет хорошо. Виталий. Да? Вы не такой плохой человек. Благодарю вас. Вы не воспринимаете на свой счет то, что я говорил? Я говорил с точки зрения истории. История, она конечно, выше нас. Конечно, конечно. Вот. Давайте посмотрим еще. Посмотрим. Не будем, не будем, не будем. Посмотрим только. Вы отрастили шикарные усики. Да. Я хочу быть похожим на своего кумира. Ну, я так и понял. Левенталь. Да. Я вот не могу понять, зачем вы возвращаетесь в Германию? Я не хотел бы жить там, где я не нужен. Почему бы вам не вернуться к себе, на родину? Так и Германия и есть моя родина. Как? Мой отец родился здесь, и дед тоже. А вот вы не похожи на арийца. У вас не арийская внешность. Странно. Вы первый человек, который мне это говорит. Вы откуда? Последние 20 лет я жил в Германии. А родились где? Родился на самой границе Германии. То есть в Польше. Я так и думал. Теперь можете проглотить. Левенталь. Да. Поймите, но это исторический факт, что евреи приносят нам, немцам, несчастье. Конечно. Вот, вы согласны? Конечно. Вот. Евреи и велосипедисты. Велосипедисты? Почему велосипедисты? А почему евреи? Покойной ночи. Всего сердца. Я очень огорчена. У вас нету сердца, ни у кого из вас его нету. Вы, должно быть, очень любите свою жену, раз так за нее заступаетесь. Я... Моя жена, мы расстались. Ой, Боже. Да-да.
Я думал, что я справлюсь с последствием своей женитьбы. Я тогда не мог рисковать своим положением из-за предрассудков моих работодателей. Со мной поговорила об этом моя семья, мои друзья, мои дорогие друзья. Я испугался. Чего? Да-да, я испугался. Я попросил свою фирму, чтобы меня перевели в Мексику. И вы никогда не поверите, когда узнаете, что я сделал. Что? Я написал ей письмо. Дорогая Мариан, мы больше не можем быть вместе. Я тысячу раз представлял ее глаза, когда она читала это письмо. Ее лицо преследовало меня повсюду. Теперь же я возвращаюсь назад. Я даже не знаю, где она. Но я должен ее найти. Я должен ее найти и умолять, чтобы она меня поняла и простила. Если она вас любит, она, конечно, поймет. А если поймет, она все простит. Даже если она меня и простит, то я никогда не смогу себе этого простить, потому что я! Понимаете, я написал это письмо, я! Все будет хорошо, пойдемте с нами! Сеньорита! 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 Дядя! Ты был в трюме, да? Даже не был. Я третью ночь не сплю, жду тебя. А ты знаешь, ты больше меня можешь не ждать, Женя. Я принял важное решение. Я до конца нашего путешествия буду ночевать в трюме. С народом. Что? Женя, опять твое что? Что? Разве не ты тогда сказала, что рада тому, что капитан отобрал у резчика ножик? Женя, ты приняла сторону капитана, ты оказалась такой же, как и все на этом корабле. Дэвид, при чем тут я? Я просто сказала то, что я думала. Мы разве не должны быть честными друг перед другом? Женя, мы должны быть честными друг перед другом, но... Я тебе уже говорил, что женщина, которая хочет жизнь прожить со мной, она должна прожить ее вместе со мной и ради меня. Знаешь, это звучит эгоистично, но, похоже, это правда, Женя. Это значит, что... Это значит, что наши пути разойдутся? Я не знаю, Женя, извини. Эй! Сеньорита! Сеньорита! Пойдемте с нами, а? Идет! Ай, сеньора! Эльза! Я не верю своим глазам, да. Господин Луц, да, ваша дочь опережает мои прогнозы. Она уже сногсшибательно красива. Я так счастлив, вы не представляете. Во-первых, она наконец одела платье, которое я купил ей в Хьюстоне. А куда вы направляетесь? Не знаю, мы просто хотели пройтись, посмотреть на закат, да? Ну, я с вами, если вы не против. Ага. Вы с нами, Глокин? Я таки выпью кофе. Ну и слава богу. Смотри, остров.
остров. Это не остров, дядя. Что ты вечно со мной споришь? Хватит, а? Сколько ты будешь держать меня без денег, а? Что? Вечно мне приходится просить, просить, просить. Даже мелочь. Я не могу сходить себе что-то позволить. Перестань! Ты что, забыл наш уговор? Какой уговор? Ты получишь свои деньги. После того, как я умру. Твоя мать? Хватит. Не надо трогать мою мать. Моя мать была бы рада, если бы у меня были деньги сейчас. Заткнись! Ты что думаешь, я не знаю, для чего тебе понадобились деньги? Ну? Ты думаешь, я не видел, как ты смотрел на эту цыганку? Какую еще цыганку? Какую цыганку? Я не собираюсь потакать твоей похоти. Я еще мало, чтобы разбрать, пищать и думать о проститутке. Замолчи ты! Ну! Ну! Старый! Ну! Беспомощный! Ну! Сопляк! Я ненавижу тебя, слышишь? Я ненавижу тебя! Что? Что ты сказал? Смешно. Я убью тебя, слышишь? Что? Что ты сказал? Ах ты ничтожество. Ах ты щенок. А ну-ка быстро вези меня в каюту. Нет. Что? Нет, говорю, где деньги? У меня их нет. Не понял, старик. С ума сошел? Сброшу тебя вот. Деньги! Руки больно! Руки! Говори, сволочь! Руки! Ну так, подо мной! Подо мной! Ты сволочь! Что это? Ну! Ку! Помогите, пожалуйста. Кто-нибудь, пожалуйста, отвезите меня в каюту. Пожалуйста. Что случилось? Отвезите меня в каюту. Я бы с радостью, но я не могу. У меня собачка, и она очень больна, да. Собачка. Вон! Хам! Помогите, пожалуйста. Помогите. Помогите! 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 Пожалуйста, отвезите меня в каюту. Сейчас. Сейчас. Спасибо. Оставь ее! Я учу даму танцевать. Я сказал, убери от нее свои грязные руки, ублюдок! У меня чистые руки. О, иногда. Чистые?
Я вижу. Достал деньги. Скажи мне, я твоя первая девочка? Да. Первый раз очень важно. Я все сделаю сам. Подожди. Я знаю, кто не закутал. Там нам никто не помешает. Иди за мной. Да. Я только что узнал от Хюбнера, да. То, что собираешься сделать, это ужасно. Почему? Потому что ты сошел с ума. Мартин, я не сошел с ума. Я навел справки. Мне позволят остаться вместе с ней в Сент-Андер, и я смогу за ней ухаживать. Я уважаю твои чувства, но отказаться от всего! От чего? От всего? Ну от чего? От всего! Моя жизнь превратилась в обязанность перед чем-то совершенно нереальным. И только вот эта женщина, Мартин, я понимаю. Возможно, это звучит странно, но только вот эта женщина. Она единственная реальность в моей жизни. Да реальность в том, что это обычный морской роман. Пойми, Вилли, ей нужны твои драгоценные уколы, а не ты. Допускай так. Допускай, это правда. Ты пойми. Мне 48 лет, а я в своей жизни ни одного дня не жил по-настоящему. А кто жил? Я жил! Или ты думаешь, что эта женщина с таким прошлым даст тебе ответ? Вилли, мы же знаем, но даже если это любовь, она не вечна. Мартин, ты меня прости, мне нужно зайти к женщине с собакой. У женщины поднялось давление, видимо, сильно переволновалась. Прости меня, Мартин. Прости! Вилли! Прости! Графиня, я вынужден вас побеспокоить. Через 2 часа мы прибываем в порт Сантандер. Вам помочь собраться? Нет, благодарю вас. Со мной нет вещей, только сумка. Когда прибудет конвой, я пришлю за вами. А где? Судовой доктор? Он в трюме. Оказывает помощь человеку, сломавшему ногу. Постойте, капитан. Присядьте. Ну, присядьте. А вы когда-нибудь сидели в тюрьме, капитан? Бог миловал графиню. Ошибаетесь. Кажется, ваш соотечественник, поэт Генрих Гейне, сказал, что все мы заключенные. Все мы навеки заключены
в одиночные камеры наших шкур. Сколько я помню, графиня, Генрих Гейне был крещеный еврей. Это не имеет значения. Он был мужественным человеком, капитан. Его разбил паралич, но он был 8 лет прикован к кровати. Тем не менее, издал сборник стихов, продолжал писать и даже был дружен с Карлом Марксом. Насколько мы договорились, графиня, я помню, что вы обещали воздерживаться от любого рода пропаганды на корабле. Через 2 часа мы прибываем в порт назначения. Будьте готовы сойти на сушу. Разумеется, капитан. Внимательный лейтенант Хюбнер. Ну, почему вы меня избегаете? Что, преследуете меня? Что вы от меня хотите? Я давно хотел попробовать вас поцеловать. Что, вы вообще решили, что я хочу целоваться с вами? Теперь вы не хотите, чтобы я поцеловал вас? Почему? Может, вы хотите, чтобы я сказал, я люблю вас, но я не знаю, что это значит. Нет, я прошу вас, пожалуйста, не говорите при мне этих слов. Я не хочу их слышать. Ну тогда почему вы завлекали меня всю дорогу? Почему не считались с моими чувствами? Это бесчеловечно. Мне очень жаль! Знаете что? Мисс Тредуэлл. Я всего лишь младший офицер на корабле 2-го класса. Но это дало мне возможность наблюдать за людьми. Я видел таких, как вы раньше. 46-летние женщины, но все еще кокетки. Что вы себе позволяете, лейтенант? Часто путешествуют, часто чего-то ищут. Знаете, чем заканчиваются такие поиски, мисс Тредуэлл? Нет. Сидением в ночном клубе с платным кавалером, который говорит вам ложь. Да, нет, да, нет, ложь, которую нет. Вы хотите услышать. Вы прозаичный, банальный человек, как стану, что именно вы. Именно вы говорите мне такие страшные, такие отвратительные вещи. Вы что, вы обо мне знаете, лейтенант? Я актриса. Я работала в лучших в Рите Парижа. А кто вы такой? Вы всего-навсего жалкий лейтенант на корабле 2-го класса. Да, мне 46 лет, но в этом немолодом теле живет душа 16-летней девочки. Уходите. Уходите, уходите, я прошу вас. Ну где же вы? Ну куда же вы все? Je suis actrice. Je suis très heureuse. Attendez, madame, monsieur, prochaine avant du rond du troc, de pilon, à l'arrière, les gosses, tout accouchons avec la
Вот. Вот рецепт лекарства, которое вам... которым обязательно поможет, и его примет любой врач. Я, с вашего позволения, положу его... Я положу его вот сюда, вот в этот карман. Простите. Не забудьте, вот здесь. Вы так стараетесь. Дорогой. Мой. Для меня это путешествие окончено. За мной пришли. Мне пора. Мне пора. Пора. Хюбнер! Сеньора, ваши документы у конвоира Гонзалес. Берегите, доктор! Капитан! Наш корабль приближается к берегам Великой Германии!
В этом году исполняется 20 лет со дня рождения нашего великого соотечественника Вильгельма Рихарда Вагнера. В связи с этим я предлагаю послушать музыку гения. Только не говорите, что вы ничего не чувствуете. Ерунда. Скажите честно, когда вы слушаете эту музыку, разве у вас не возникает обостренного чувства от того, что вы немец? Я скажу вам, Левенталь, скажу честно, когда я слышу эту музыку, у меня возникает обостренное чувство, что я горбатый урод. А вы, Юлиус Левенталь, вы самый немецкий немец, которого я когда-либо встречал. Самый немецкий немец? Я вам кое-что покажу. Вот. Ба! Железный крест второй степени. Да. Вы самый большой глупец на корабле. О, я его получил в 1916 году. Почему вы так говорите? Вы что, не помните, что произошло 2 недели тому назад во время обеда? Это ерунда. В любой нации существуют подобные типы. Вот вы, Глокин, хоть вы и немец, но вы не знаете среднего немца, так как знаю его я. Это нация, которая подарила миру Бетховена, Гёте, Вагнера. Это нельзя недооценивать. Вагнер был против евреев. Да, но его музыка прославила народ Германии. Однако 50% этого народа, породившего Баха, Бетховена, Вагнера, на мартовских выборах проголосовало за партию Гитлера. Во-первых, не 50, а только 44. А во-вторых, ну, мы немецкие евреи, это нечто особенное. Мы вначале немцы, а потом уже евреи. Мы столько сделали для Германии. Германия столько сделала для нас. Я вас умоляю, немножечко терпения, доброй воли, и все наладится. В конце концов, в Германии живет почти 1 000 000 евреев. Что они сами сделают? Расстреляют всех? Ну, не смешите меня. Вы так думаете? Лучше слушайте гениальную музыку.
Последний. 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 Последний.